В преддверии Нового года наша съемочная группа провела опрос среди жителей Каспийска и выяснила, чего больше всего хотят горожане в предстоящем году. Самые юные респонденты больше мечтают о материальных ценностях, а представители поколения постарше главным подарком в 2023 году считают завершение цели спецоперации и скорейшего урегулирования неспокойной обстановки в мире. Наши мальчики что пришли домой, чтобы над головой мирно было. Люди жили хорошо. Побыстрее закончили спецоперации, выиграли наши россияне. Что? С Новым годом, каспичане! Желаю всем счастья, здоровья, успеха, чтобы было мирное небо над головой. А самые творческие и инициативные каспичане даже зачитали новогодние стихи собственного сочинения. В глазах капельки радости ты увидишь в своем ты сне и будешь радоваться в жизни и в тишине. В сотном размере все он даст вверх ног, и в жизни мы нашей будет как кролик босиком. Самое главное в преддверии новогоднего праздника – это верить, что предстоящий год кролика принесет только радость, тепло и уют. А все заветные мечты и детей, и взрослых сбудутся. Асхабали Сайдиев, Амарбек Газиев, Новости, телеканал «Среда».